Всем привет! В студии Анна Трояна. В эфире Телегид с обзором самых интересных фильмов и программ нашего канала. Пришло время узнать, что посмотреть на этой неделе и чего не стоит пропускать. Начнем с премьер. Поехали! Одна из новинок на нашем канале – драматический сериал «Возмездие». В центре событий парнишка Максим, известный питерский рекламщик, у которого есть все, о чем можно желать. Однажды он сбивает цыганку, вследствие чего женщина погибает. Максим выигрывает суд, однако обнаруживается, что теперь герою придется заняться ее работой, если он желает добра своим родным и близким. Подробности на ЛРТ по будням 13:00. Тебе придется спасти много жизней за ту одну, которую ты погубил. Вторая премьера недели – сериал «Молодой волкодав». Потрясающая история в стиле фэнтези – это своего рода расширенная версия одноименной ленты. Становится известно, по какой причине волкодав попал в рабство, как он жил в плену и что случилось с ним после. Удивительные приключения, связь времен и запутанные истории внутри рода не дадут вам скучать. Смотрим по будням в 17:30. Значит, самоцветные горы. А еще по будням на нашем канале идет полезная программа «Домовой совет». Участники потребительского проекта проводят журналистские расследования на волнующие зрителей темы. В деталях расскажут, как не попасться на уловки мошенников, и на ярких примерах объяснят, как отличить качественное от низкосортного. «Домовой совет» смотрим по будням в 12:00 и 19:45. Последний день июня вы точно поймете, что любовь случается. После смерти жены главный герой Берг решает помогать людям, которые потеряли своих близких. Он начинает путешествовать по стране, проводя сеансы терапии, в которых учит людей справляться с болью утраты. Но при этом сам еще страдает от потери супруги. Догадываетесь, что сможет помочь нашему герою? Увидим в четверг, 30 июня в 21:30. Побереги себя, Берг. Хорошо. Возможно, неделя была трудной, и времени посмотреть новости Люберецкого района у вас просто не нашлось. В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Париж любой ценой, и по-другому никак для героини комедии Майи. Девушка из Марокко вот уже 20 лет покоряет Францию. Наконец у нее выпадает отличный шанс получить престижную работу. Но в один момент все рушится, срок ее визы истек. Она возвращается домой к семье, с которой все это время не поддерживала связь. И мало того, что нужно найти способ вернуться обратно, так еще и нужно найти взаимопонимание с родными. Получится ли у нее это, увидим в субботу в 21:00. И позвольте представить вам нашего нового стилиста. Спасибо. Майя Бенлятиф. В этот уикенд вас ждет захватывающая лента отечественного производства «С Дона. Выдачи нет». Есть дороги, которые способны изменить жизнь. Именно таким оказался путь через Донскую степь, столкнувший две судьбы. Шофера КамАЗа по имени Тихон и диакона Георгия, везущего новый колокол для станичной церкви. Куда приведет их опасная дорога? Узнаем в субботу в 22:45 и в воскресенье в 18:00. Хотите знать о нашем телеканале больше? Тогда ждем вас на официальном сайте Люберецкого районного телевидения www.lrt.tv. На этом у меня все. Смотрите наш телеканал, и вам обязательно что будет обсудить с друзьями. С вами был Телегид, и я его ведущая Анна Троян. Пока-пока!